Всем привет! С вами канал ArtMania. Сегодня у нас с вами обзор на вот такую вот интересную смесь для похудения или кто худеет, может быть, занимается спортом. Кажется, по-моему, это от Oriflame. Вот. Из Швеции. Вот я смотрю даже. Здесь 21 порция, 378 грамм. Мне она досталась случайно. Я давала вещь какую-то даром, и мне вот эту вот смесь подарили. Знаю, что она стоит около 2500 рублей. Потом я пробивала. Здесь много всего написано. Разводится она 120 грамм, 120 миллилитров на одну чайную ложечку. Ну, здесь прям вот реально очень много написано всего. Давайте почитаем, что тут по-русски. Может, что-то найдем. Ну, здесь прям, ну, очень много всего написано. Состав: протеиновый горох 25%, яблочный, так, что тут? Яблочный порошок, яблоко, кукуруза, крахмал, яичный порошок. Ну да, вот для тех, кто сидит на диете или кто вот спортом занимается. Она очень хорошо подойдет. Давайте ее попробуем. Вкусная она или нет. Открываем. Ну да, тут просто одним единым мешочком. Таким вот, кстати, очень мягенькая такая. Я все-таки надеялась, что там будут разные пакетики. Так было бы проще. Да, кстати, у него вкус какао. Мне был предложен либо клубника, либо какао, еще там какое-то. Я выбрала какао. Ну, так выглядит довольно вкусно. Сейчас попробуем на вкус. Чуть-чуть я вот так возьму, а то вдруг невкусно. На вкус, кстати, просто вкус какао такой, как будто молочный какао, так совсем чуть-чуть. Разбавленный там с чем-то, с какой-то смесью непонятной на вкус. И давайте ее сейчас разведем. Конечно, нам понадобится красивый стакан. Там написано чайная, одна чайная ложка. Ну, тут можно вон какую здоровенную чайную ложку. Попробуем, давайте. Давайте здоровенную, что ли, положим. Вкусно будет, наверное, если здоровенная. Вот. И 120 миллилитров холодной воды. Это где-то вот так вот. Почти целый такой стаканчик. Так, ну вот смотрите, я уже размешала. Получилась такая некая шоколадная смесь, выглядящая довольно аппетитно. Так, сам порошок. И давайте ее попробуем. Даже смотрите, какая-то пеночка появилась. Попробуем, вкусно это или нет. Пробую, честно, впервые в жизни. Никогда не пробовала. Пробуем. А порошок плохо растворился. Хотя было написано холодную воду, я добавила холодную воду, все как там написано. По вкусу, как будто это просто вода с ароматом какао. Вот просто чисто вода с ароматом какао. Хотя я не так много и добавила, как положено добавила. Я заранее померила этот стаканчик. То есть все четко. И добавили мы с вами даже ложку с большой горкой. Хотя там про это ничего не написано. Чайная ложка. Ну, не знаю. Ну, обычный вкус, обычный. Наверное, при похудении будет хотеться много шоколада. И этот напиток вполне подойдет. Ну, немножечко там сладенькая такая, может быть, чуть-чуть. Порошок плохо растворился. И даже вот когда я сейчас набрала полный рот этого напитка, я прям ощущала этот порошок, он там плавает. Может, конечно, надо было подождать. Ну, наверное, во время диеты это будет
настоящий подарок. Шоколадку не съешь, а вот этот вот вроде бы выпьешь и становится вкусно. Пить после него не хочется, прям так хорошо. Так, здесь 21 порция. Сколько тут килокалорий получается? Ну, наверное, мало. А, 389 на 100 грамм продукта. А если, наверное, такой стаканчик, то, в принципе, даже на нем, наверное, люди, может быть, и живут. Ну, не знаю, честно, я бы не купила его снова. Ну, как-то, мне кажется, пустая трата денег. Мне казалось, что такие вот напитки, они все-таки должны быть вкусные, какие-то прям такие вот, которые хочется выпить и снова, и снова, и снова, такие какие-то ароматные, там, ну, не знаю, как допустим, молоко с бананом взобьешь, да, вкусно же, кто пробовал, вкусно. Мне казалось здесь, а здесь просто водичка с ароматом какао. После вкуса такое небольшое какао остается. Ну, хочется запить. Вот этот вот порошок не растворился. Хочется еще чем-то запить, чтобы это все проглотить, потому что на горле оно не очень приятно остается. Хотя здесь, кстати, на вид оно очень красиво выглядит. Вейланс. Да. Короче, вот такой напиток. Напишите свои отзывы, кто пробовал, с какими вкусами пробовали. Ну, наверное, мне кажется, со вкусом клубники был бы ароматнее. Зря я взяла вместе с какао. Короче, не стоит оно своих денег, конечно. Мне кажется, дешевле должно стоить. Рублей 300-500 бы. Ну, в принципе, нормально было бы. Также пишите, оставляйте свои отзывы, кто уже пробовал, с каким вкусом вы пробовали, понравилось вам, не понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик жмите обязательно, чтобы не пропустить новые видео. Также смотрите другие ролики, наши обзоры на технику, обзоры на продукты, на шоколадку, на разные вкусняшки. Вот на такую вкусняшку. Где-то там найдете обзор. Также наши путешествия, влоги. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.